В руинах забытого храма выполнен ритуал призыва. Великое чудовище пришло в наш мир. Сразитесь с ним, пока пламя не охватило всю Лубению. Новый босс горит, воплощенный огонь, и новая локация – забытый храм. Куча новых айтемов, оружие, лечение, какие-то доски, блин, дрова. Ну и, конечно, новый комплект брони. Обновление 4.2.0 уже в игре. Погнали, посмотрим. Погнали. Класс! 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 Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем. И это самая суровая выживалка на Android и iOS. Grim Soul. В эти холодные, как ветер, пустоши Лубении дни мы рады представить вам обновление 4.2.0. Надеемся, что новое боевые испытания смогут согреть вашу кровь. Новый босс. Горит воплощенный огонь. Награды, да! Шлем Горида. Даже после гибели Горида останется горячим внутри и не сможет служить изгнаннику по прямому назначению. Но станет достойным пополнением коллекции трофеев. Это чисто как голова типа, да? Трофей, все такое. Чертеж короба живого огня. Короче, ночного гостя он будет отпугивать, представляешь? То есть ты ночью бегаешь с этим коробом и тебе насрать. Это пока что очень крутой короб, как мне кажется. Короб живого огня, соответственно, может целый выпасть сразу. Защитная мазь. Особый состав мази поможет увеличить защиту от стихийного урона. Огонь, лед, пофигу, да? Буковые дрова долго горят, понятно. Их, блин, не хватало, честно. Зелье концентрации. Уникальное зелье поможет ускорить восстановление активной способности на 30%. Эффект длится 30 минут. Шикарно. Новое оружие. Огненный протазан. Поцелуй инквизитора. Лук жгучего пламени. Храмовый факел или храмовый, пофигу. Магазин. Обязательно обратить внимание на новинки игрового магазина. Прочие изменения. В игру добавлены семена риса. Вот так вот. Можно выращивать на грядках, будем лутать. Па-па-па, можно жрать сырым. Но у повара в лагере Багряных Ангелов получите более сытное блюдо. Это понятно. Ой, блин, ну вот это для всех, кто не собрал еще пыточный стул и дыбу, это огонь, конечно. Шанс выпадения деталей будет повышен на неограниченное время. Завершайте постройки и продвигайтесь на следующие этажи подземелий. Шикарно! Теперь ключи дружбы автоматически попадают в список доступных для открытия сундуков. А, типа не на почту они падают, да? Что-то там их копии заменены на та-та-та-та-та, ничего не понял. Существенно улучшена награда за уровни и гиды Багряных Ангелов. Новая лимитированная распродажа. Обновление на iOS появится чуть-чуть позже. Текс! Ёлпалы, первым делом смотрим его. Забытый храм. Босс Вася на месте. И вот оно. Чертеж короба. Короб живого огня. Отпугивает ночного гвоздика. Фантастика. Шлем Горида. Ну, на это, на пику, да? Трофей. Поцелуй инквизитора. Отпугивает гостя. Шанс воспламенить землю. Ё-моё. Огненный протазан. Шанс поджечь противника. Лук. Шанс поджечь противника. Шанс поджечь противника. Жгем, жгем. А вот оно зелье концентрации. Вот она защитная мазь, значит. Надо... А как ее готовить? Вот в чем вопрос, да? Можно ее готовить или нет? Буковые дровишки. И где наш... И где наш... И где наш рис? Рис, рис, рис. Рис, рис, рис. Вот он наш рис. Семена риса. Выращиваем на грядке, да, добавляем воды, я не знаю, и получится что-нибудь интересное. Не забудьте заглянуть в магазин. Limited. Лимитированная распродажа. Ну, собственно, закаленный рыцарь. Вот он, красавчик, да? А тут с шансом. Блин, нужен 100%, тогда нужен вот этот вот. Ты был на вчерашнем стриме? Тогда ты уже знаешь. Не пропусти. Не пропусти следующую трансляцию. На ней мы разыграем 5 комплектов вот этой фантастической брони. Как мужчина в ней выглядит. Блин, как мужчина. Класс, да? Скажи, офигенски вообще. Ну и защита от огня. Броня 666. Нет! Безобразие, да? Ха-ха! Блин, классный комплект брони. Нет, мы его с тобой сейчас одевать не будем.
Я думаю, мы справимся и прекрасно в чешуе, можно даже и послабей. Если ты читал про этого босса, в общем, у него 3 уровня сложности, чем дальше, тем веселей. Сейчас будет самый первый уровень сложности. Я думаю, мы справимся и вот в этой броне. Прежде чем на него идти, почитай вот эту памятку. Погнали? Погнали, ё-моё. Войти? Капец, класс, да? Вообще огонь. Так, волчик испугался, волчик! Блинчики! Так, ну чё? Ну ты понял, я оделся вообще красиво. Комплект брони, здесь я горькие настойки кушаю, забыл выложить осколки душ. Ну и всё, и нормалды, да? Мне кажется, первый будет не такой жесткий. Меч, сразу беру топошный меч. Хотя нет, давай просто шкиметрами для начала. Так! Вызывают засранцы. Опа! Ну это первый, да? Изи. Понял. Ну, пацаны, все нормалды. Короче, смотри, он медленный, они быстрые. Что это такое? О, босс уязвим. Не попадай, да? Не стой под струей. Так, все, он под это, он под защитой. Так, он опять, короче, это, уязвим. Что, я не понял? Так, все. Ну, как бы, что тут говорить? Вообще изи, короче. Но это же изи, да? Изи, потому что изи. 2 уголька дали, фантастика. Но есть ящичек. Слушай, ну что я тебе могу сказать? Это дали посмотреть, да? Когда, значит, будет второй уровень сложности, это будет уже веселей, конечно. Ну давай, мужчина, покажи, что в ящике спрятал. Пол меча потратил, брони много схавали. Блин, очень сложно в таргет выделять. Чик. А насколько награда одинаковая для всех? Я не знаю. Восстановление способностей. Забавный факел. Защитная мазь. На 30 секунд. От стихийного урона защищает, да? А вот этот обкас на 30 минут действует. И-и-и. Супер дрова. Шикарно. Мне кажется, шикарно. В самом начале, когда ты зашел в локацию, да, и не заходи в ворота, типа того. А иначе уже не выйдешь. Ха-ха. Нифига себе. И мне дают сразу на героик идти. Давай попробуем. Для этого у нас есть она. Но, да, будем торопиться, короче, по максималочке, чтобы ее не сломать. Это на всякий пожарный. Оружие не меняю, ничего не меняю, по-хорошему, вот это надо скушать, да? И вот такие штуки возьмем. Поехали? Поехали. Героическая. Пьем зелье. Вот это пока не пьем, да, потому. Фу, блин, мужчина, давай. Мужчина, давай, и берем сразу крутую штуку. Мужчина, давай. Да, они намного сильнее стали. Опа-опа, защищены. Бьем. Так, теперь засранцев. Вот под эту штуку стопудово не попадай. О, смотри, чё. Хорошо. Так, еще минус один. После каждой смерти... Так, теперь этого. Он получает способность, да? Хорошо, блин. Ну это комплект брони, мне кажется, да? А иначе. Ого, мужчина, 2000 опыта. Ну, что я могу сказать? Блин, хорошо брони покоцал, посмотри, что. Прям хорошо, да? Негодяй. И... Опачки, вот это уже хорошо. И Фелициуса дали, и лук дали, ё-моё. Но короб не дали, да? Мой парень, да? Хорошо. Я даже не знаю, что тебе сказать. Круто? Капец вообще. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик,
Конечно же, оцени лайком. Еще не подписался? Подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Дзен и ВК. Печка ТВ есть везде. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадке Трова и на Ютубе. И не пропусти следующий стрим, на котором мы разыграем 5 комплектов вот этой брони. Удачного тебе поединка с боссом. Пока-пока.